Товар с признаками контрафакта выявили окружные полицейские. В торговом центре предприимчивые продавцы реализовали поддельную продукцию под прикрытием известных брендов. Всего было изъято 23 экземпляра с признаками контрафактности. Установлено, что индивидуальным предпринимателям допущена реализация товара с незаконным использованием товарных знаков, принадлежащих правообладателю общеизвестного бренда. В настоящее время возбуждено одно производство по делу об административном правонарушении. Проводится административное расследование. Изъятая продукция направлена для экспертизы в Москву. По результатам исследования и ответа от представителей правообладателей товарных знаков будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности виновного лица.